В Нерюнгри возбудили уголовное дело по факту смерти 23-летней девушки-инвалида в частной медицинской клинике. По данным следствия, погибшая, страдавшая детским церебральным параличом, обратилась с жалобами на боли в области кишечника. При подготовке к исследованию ей в качестве наркоза ввели внутривенно инъекцию. Скончалась пациентка во время медицинского исследования внутренних органов. По данным следствия, девушка, страдавшая детским церебральным параличом, обратилась в частную медицинскую клинику с жалобами на боли в области кишечника. При подготовке к исследованию ей была введена внутривенная инъекция препарата, используемого в качестве наркоза. В тот же день, 23 ноября, около 9 часов, в ходе проведения медицинского исследования состояния внутренних органов, пациентка скончалась. В настоящее время следователем Следственного комитета по уголовному делу назначен ряд экспертиз. Проводятся допросы медицинских работников, потерпевших, производятся выемки медицинских документации, а также следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление виновного лица и всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.